В минувшее воскресенье россияне отдали дань памяти людям, погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. К акции госавтоинспекции в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП присоединились люберчане. Этот мемориальный знак на территории Люберецкого отдела ГИБДД установили в 2018 году. Тогда же в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях высадили аллею. Ежегодно в третье воскресенье ноября, во Всемирный день памяти жертв ДТП, священнослужители совершают здесь чин литии. Якоте и си воскресенье, живот и покой усопших, раб твоих, всех в дорожно-транспортных происшествиях погибших. Память погибших в ДТП почтили минутой молчания и зажгли свечи. Особое внимание собравшихся обратили на повышение безопасности самых юных участников дорожного движения. В школах округа инспекторы совместно с молодогвардейцами регулярно проводят занятия по изучению правил дорожного движения. Меня очень радует, что мы приходим в школу к детям, к маленьким, рассказываем им правила дорожного движения, они еще и учат нас, то есть они уже многое знают и готовы поделиться своими знаниями с нами. Хочу нацелить пешеходов на внимание при переходе проезжей части, убеждайтесь в том, что водитель вас заметил, понял то, что вы хотите перейти дорогу и успевает вам уступить дорогу. Самое главное, своим примером прививайте детям правильное поведение при переходе возле проезжей части. С начала года на дорогах Люберец в результате ДТП погибли 9 человек, в их числе один ребенок. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.